Hello. Ты на канале AAA, и мы играем сегодня Warframe, да? Немножко соскучился по Вуконгу. Ну, плюс хочу попробовать немножко пофармить лича. Я помню, что мы говорили о том, что мы пойдем на Деймос, на Землю. Будем разбираться, соответственно, с открытыми локациями, ну, в том числе вот на Венеру, в Долину Сфер. Но есть у меня идея пойти на раскопки. Да, вот так, именно так. А пойти на раскопки именно там, где у меня лич получается. И как бы посмотреть, что из этого выйдет. Сколько и кого еще нам получится собрать, в принципе. Ой, как непривычно это за Вуконга гонять, это офигеть. Так, они тоже все лича фармят, я так понимаю, да? И почему я тебе ничего не делаю? Потому что, как обычно, да, классный интернет, огонь. То есть, поставить что-нибудь не судьба, да? Как будто мне этим занимаются. Видел прикол? Я закидываю, а толку нет. Слушать новик, что 10 уровень выносит. Это без учета того, что еще этот есть 12 тысяч урон. Вот это, конечно, крутый. Я так понял, что скорострельность влияет на скорость восстановления, в том числе патронов. То есть прямо радикально. Отлично. Так, где у нас следующий? Я уже забыл, что там перемещаться может по-нормальному. Хотя тоже надо собирать его немножко в другом формате. Как я так пропустил, почему не подобрал? Фокус, надо взять фокус. Миссия фокус нам нужен всегда. Нет, это так придумано, прикинь. А еще что-то замечаю, что нету представителя лича. Ни одного. Нежно говоря. Так, это есть. Так, отлично. Энергия есть. Давай еще закинем. А, я не вижу. Вот. В чем прикол того, что с тем, что типа не видно нифига. Здорово. Здравствуйте. Это так выносит, это много жизни. Я отвык просто играть за луком уже. Так, здесь кто-нибудь есть? Давай энергию закинем. Нет, смотри, никого пока что не встречали. Хотя 60 уровень. Давайте-ка 200. О, сплавы. Блин, вовремя пошел. Здесь сплавы есть. Сплавы нам нужны. Так, окей, я тебя понял. И что, все пойдут на экстракшн? Во-первых, нам взять фокус. Ну, видимо, да. Что-то мне подсказывает, что все туда и идут. И что, мы типа выгнали отсюда лича? Ну, хотя получим реквием. Да уже иду. Пик. Помахнулся. Знаешь, чё, чем прикол? Я отвык от того, что... Да, ну, крадет все бабки. Тебе не ресурсы, уже радость. Потому что сплавы не нужны были. А, то что это? Я отвык перемещаться. Именно телепортом получается. Так, ладно, я понял. Надо собрать больше силы в Конго. И, наверное, сделать длительность уменьшить. Я бы даже выбрал бы, снял бы непрерывность с него. А, типа мы открыли, что нужно. Так, стой, Вуки. Стой ровно.
непрерывностью мы увеличиваем длительность. Мы можем дольше перемещаться в облаке. Здоровье за метр. Так, у меня что, обтекаемость? Временное усиление. В принципе, здоровье и броня нам в таком количестве огромном-то нужна, по идее. Наверное, лучше стоит даже взять, скорее всего, что-то еще на силу. Вот слепую ярость, например. Силе. А, ну даже вот так вот, например. Теория. Да, энергоэффективность упала, но... Так, 177 к силе, а здесь... А, нифига, ум-то настолько сильнее. Нехило. Так, потом гнев. Урон здоровью преобразует в энергию. Было бы куда, но мне некуда в это воткнуть. Перенапряжение к зоне поражения. В принципе, зона поражения мне куда лучше бы зашла. Мне некуда это... Вместо здоровья, в принципе, как вариант. Зато у нас получается... У нас сила чуть отнялась. Зато у нас 2.9. Так, ладно, с этим мы разберемся потом. Здесь где-то еще что-то было, что давало именно непосредственно. Так, здоровье, броня, понятно. Считаю, это мало интересно. Громоотвод тоже, бронированная ловкость, скорость бега к броне не очень интересно. Быстрое мышление, в принципе, интересно, но некуда вытыкать. Блин, мне на самом деле, по идее, надо еще запалярить месье Вуконга, потому что ему не хватает конкретно, ну, либо вот, даже не знаю, запасы энергии. Потому что есть что-то, что можно ему еще ставить, например, кратковременное усиление. Отлично бы зашло, но мне некуда его вставлять, потому что мне не хватает... А, мне умбра форму надо вставлять в него. Все остальное у меня, в принципе, уже более-менее как-то раскидано. Давай посмотрим, если есть умбра форма, то, в принципе, в Вуконга я бы воткнул бы. Это, конечно, самое бесполезное, что можно в него воткнуть, но... Нету умбра формы, я тебя понял. Хорошо. Не то, что прям хорошо, но... Как бы... Ну, как бы да. Так, тогда, что мы можем сделать? Можем хитрое течение сделать. Сильно это модов нам не освободит. Текаемость. Нам нужен, получается, кто? Дурай? Для того, чтобы гнев воткнуть. Нет. Длительность, кратковременное усиление, да. Нам длительность, в принципе, тоже не нужна особо здесь. В теории. Ну, не так прям важно, а супер сильно. А вот силу бы добавить, нам бы не помешало. Блин, это надо два модурая, это надо в хитрое течение модурая воткнуть. И сюда модурая воткнуть. Ну давай, чё, все равно звуком грубимся, почему бы и нет. Я бы запомнил бы вот это вот расположение. Блинский, а как это запомнить? Ладно, здесь обтекаемость, перенапряжение, сила, энергоэффективность, сила, непрерывность. Ну ладно. В принципе, вот так вот попробуем, просто мало ли хватит, так. Будем надеяться, что так хватит. Странно, даже не знал, что мне надо полярить. Месье Вуконга, да, обычной формы. Так, ну давай, модурай, здесь откнем. Слушай, отлично, смотри, у нас все осталось, и мы еще даже что-то можем воткнуть. То есть, в теории, у нас... Подожди, а где умбра все? Усиление умбра. А, у нас не хватает. Тогда просто усиление кратковременное воткнем. Да, давай вот так вот. Отлично, в принципе, нам все на них вторую еще надо будет вставлять. Ну ладно. Так, у нас здоровье 150. Эпс, по-моему, тогда нам, значит, нифига не это. Хотя, подожди, мы можем воткнуть так. И... Как там он назывался-то? Живучесть? Какое-то количество.
Будем надеяться, что нам хватит. Хотя на 60-х уровнях вряд ли нам этого хватит, но ладно. Так, ладно, что у нас? У нас, значит, дальше. Что у нас здесь? Оборона, захват, оборона, спасение, выживание, оборона. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Хотя в одиночку я не очень готов просто против 50-х. 10 рядов нет. А, спасение я не очень хочу, потому что это та еще фигня. Ну, посмотрим, если есть кто-то. Нет, никого нет. Ладно, тогда в порядке очереди на что? Диверсия. Захват. Давай захват попробуем. Захват относительно должно быть живо. 330 здоровья, конечно, даст мне еще повеселиться. Скорее всего. Зато придется скиллы прожимать. Зато у меня энергии не хватит, чтобы скиллы прожимать. А сейчас увидим. Да. Ой-ой-ой, а ты-то такой вообще? Гонча? Здоровенько. Сразу накидала, посмотри мне. На, тебе гонча. Повеселись без меня. И еще одна гонча. Так, этих-то ладно, этих я не переживаю. Захватите цель. Вообще, по идее, кстати, да, мы же быстро должны поднимать уровень. Да, если бы у меня была энергия на все это дело. У меня просто нет... А, способность не открыта. Так. Окей. О, вот это у него здоровье, это, прикинь. Вот это он молодец. Так, окей. С этим мы разберемся. Отлично. Все. Сваливаем. Да мне пофиг на вас, отвиньте от меня. У меня способность даже перемещения не открыта, ну офигеть. Я перемещаюсь за оператора, потому что я боюсь, что просто мне не хватит здоровья перемещаться так, вручную. Вот я об этом говорю, что мне напихают только так. Но в любом случае, все равно это угарно выглядит. Так, нам не сюда, нам сюда. Ай-я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 й. Я не хочу умирать. Давайте мы им накидаем, просто для того, чтобы уровень прокачнуть хоть как-то в Конго. Ну не так. А, уже убили близнеца, нифига себе они быстрые. Ну я не близнеца выносит, просто на ура. О, у меня идущий среди облака подходит, отлично. Я погнали отсюда. О, еще. Где ты? Иди сюда. Итак. Здравствуйте. Здравствуйте. О, блин, я забыл, что вы, по-моему, способность не умирать. Это все здорово. Все, это мы убили. Теория должно быть еще один. Да, кстати, перемещение стало намного быстрее из-за силы. А это, так скажем, еще не вся сила, которая есть. А, длительность. О, ну конечно, только тебя мне не хватало. Иди убивай ее. Я не буду честно сражаться с тобой в этот раз. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Офигенно, вот это я провалился, конечно. Да, офигенно, что, конечно, она так появилась просто. Да-да-да, еще больше давайте. Ого! Да не падай ты это. Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отстреливай их, отстреливай. Да, блин, хватит нас кидывать.
А, там небесный близнец, ага. А чё, я так не докину? Да ну хватит по мне так стрелять со своим способностью этой дурацкой. Не-а. Блински. Меня так не устраивает. Я не хочу. Чё, она ушла? А, типа, ну только время есть. Ну ладно, я буду знать. Ну извини, я не был готов к тому, что на меня нападет лич 70 уровня, когда я сам какого-то тут. Пустого? Ну это как-то смешно, да. Так, окей. Что у нас в свободника? 23. Хорошо, что нам только деньги крадет. Ну что, смотри, да, не сплава, сплава по нифига, как это нужно. Еще и реликвия рекрама. Отлично. Так, у нас получается... Ну ладно, будем плавно чистить, короче, дальше. Посмотрим, что там у нас получится по всем этим делам. Сколько у нас получится из нее вытрясти. Так, окей, значит, это мы зачислили. Что ты на землю мне постоянно скидываешь? Диверсия, нет, мне не готов. Мобильная оборона. Зачистка. Подожди, а что у меня, кстати, по вместимости? Или из-за того, что у меня ранг, у меня вместимость уже максимальная была? Просто интересно. Максимально, я тебя понял. А бубонника я тоже там особо не качнул. И особо там ничего не ставишь, да? Ну да, как бы либо энергию дробовика можно воткнуть еще чуть-чуть посильнее. А, у меня даже нет максимально вкачанной энергии дробовика. Так, так. Да. 90% скорострельности. Так, отлично. И в принципе, на самом деле, я хотел бы вставить сюда, чтобы заменить токсин. Здесь же у меня был ледяной какой-то урон, ледяное прикосновение, да, но для этого опять полярец надо на что-то, короче. Вот, а, фатальное ускорение у меня не прокачано. Ну-ка. Давай-ка мы качнем фатальное ускорение. Скорость поляда на 40 увеличена, это просто идеально. И у нас это еще все вылазит? Ровно 0 в 0, ты прикинь, 0 в 0 просто. Окей, значит погнали дальше. Так. Окей, Венерка. Кто у нас? Випрайм, выживание. Не, давай зачистку попробуем. Я все еще не готов к более всему серьезному, потому что у меня недостаточно количества хп. Выживаемость моего фрейма еще на низком уровне. Удивительно, да, выживаемость у Конга на низком уровне. Это анекдот. Да-да-да, я понял, что вы сразу появитесь. О, что, я типа с первого удара? Ну, слушай, это уже эффективно. Это очень эффективно стало. Да-да-да, я вижу вас. Блинский, теперь мне ждать тебя. Ну, может хоть качнусь. Отлично. Так. Два вуконга про ор. А, это не ты. А где прячешься, тут тебе нужен? Не, ну слушай, нормально, она выносит 60 уровня вообще на алё. Ниже. Даже не обязательно их добивать. Ага, он ниже. Где-то. Я не вижу. А, это же зачистка, ё-моё. Это такой типа захват. Так, выполненка 24 ранг, отлично. Здравствуйте. Так, вы с двух сторон, да? Лови.
Главное, что мы шепот получаем, это уже как бы, ну, радикально меняет ситуацию. Да. Пока что живем. Так, нам дальше-то куда? А, типа на лифте, но нет, спасибо, зачем на лифте? Я же могу и так перемещаться. А, они типа все снизу. Ладно, не совсем снизу, я понял. Ну ладно, нормально. Просто вперед себя простреливаешься и не паришься. Ну слушай, теперь-то, конечно, это оружие достойное. Но и то это не максимально. То есть, во-первых, нет МРки. Я бы ставил МРку еще на мультивыстрел скорострельность. Но тогда вообще слишком было бы имбовое. Ну, знаешь, прикольно на самом деле ходить за низкий уровень, потому что типа тебе приходится прикрываться, там типа не стоять прямо на огне и падать постоянно, ага. И забывать, что у тебя есть умение вообще-то на двоечку так, которое умеет делать очень классно. Да, вовремя я это сделал. Зачем мне ограничивать высоту в таких вот локациях? Отлично. На самом деле, я что-то думаю, что надо, короче, фармить обычную Ивару и делать себе невидимую стрелу. Вау, перед самым выходом? Кайф. Лови. Лови. Ой, да какие-то слабые они. Я ожидал от них больше. О, появилась, да ладно. Вовремя она появилась, конечно. Так, подожди, она третьего менее достойна? Доступна? Здорово. Да у меня нет ничего, сейчас она меня добьет. Да. Повышение ранга. А, теперь они будут еще выше. Блин, на самом деле такая... На личе так быстрее всего можно качаться, у них уже самый офигевший уровень. То есть у них уровень мобов уже 50-й, а будет еще больше. Блин, сплавы копятся, вообще кайф. Вон, мы сегодня чего прошли, а получили, получается, 60 тысяч. Нет. Единственное, я бы еще бы вызвал, конечно, обычного лича, если можно их одновременно иметь, это было бы круто. То есть периодически иметь того и того лича, чтобы быстро прокачиваться на них. И собрать оставшееся с них количество оружия, с ними, чтобы закончить уже окончательно. Да, спасибо. Так, что у нас там? Нетра и Кахра. Так, а я уже забыл, как это работает-то. Так, Нетра и Кахра. А если у меня Нетра? Так, Кахра у меня нет. Да, у меня нет тут. Так, а тут Нетра. И Кахра у меня нету. Значит, нам придется идти еще и за этим делом. Ладно, так, что у нас там осталось? У нас есть еще хоть что-то быстренькое, что можно выполнить быстро? Не понял, она что, переехала? На Фобос? Это миленько. Есть ли тут зачистка? Выживание мне не нужно. Зачистка есть. Есть еще что? Захват. Давай захват быстренько выполним. Я думаю, что с захватом проблем не должно составить нам никого. И потом зачистку. Потом уже может быть оборона или выживание. Ну, из таких, короче. Блин, они будут еще выше рангом. Они 70-е, 80-е уже будут, что ли? Она же не третьего ранга у меня уже. Да, вроде нет. Здорово. Ой, мне кажется, не понравилось. Ну да, не очень не зашло. Ну, понятное дело. Эй, не накидывайся. Нифига, вулкан глушит их, конечно. Но это из-за скорости выстрела.
Просто вон они даже не успевают появляться. А это, между прочим, 70-й уровень. Тихо. Ладно, я буду накидывать взрывами, скорее всего, чтобы их подкидывать. Давай, нам не сильно мешает. Эй, кто там накидывает так жестко? А, у вас тут просто толпа. Ну-ка. Здорово. Так, щиты имеем. 50 щитов просто. Это серьезный уровень щитов, так что тут было. Рубай нам нужно. Я уже забыл, как кайфово ходить за Вуконга. Из-за того, что вот близнец всех расстреливает. Да, конечно, было бы еще неплохо иметь этот. Короче, МРочку, знаешь, ну что? Крит. Мультивыстрел и скорострельность. Просто чтобы уж прям наверняка. Так, окей. Видел. Что за звук? Где-то близик появился? Нет, не вижу. Во, нормально закинул. Ну знаешь, типа какая-то хотя бы стратегия появилась. О! Накидывают, смотри на них, а. Здравствуйте. Так, окей, я вас понял, блин, у нас блокировка. Это нечестно, смотри, просто через стену. То есть я и разрез кидаю? Я что, убил? А, ну, похоже на то. Ой, как мы этим давно не занимались-то. Отлично. Да, реально через стены вылушил. Убейте несколько врагов. Тысячу. Тысячу врагов, просто слушай. Так, не подходить ко мне. Сказал не подходить. Я пока что не имею достаточное количество здоровья, чтобы драться с вами впрямую. Здорово. Блин, ну это замечательно, что не надо подходить. Просто такое накидываешь, прям грамотно, аккуратненько. Не приближаясь особо к ним. Что тут? Ничего интересного, я понял. Вор. Просто вор, как это происходит. Здорово, ты там? Да. Там куча народу. Лови. Здорово. Не, ну я скажу, ладно, хорошо. Пока я играл не за Вуконга, немножко, наверное, какая-то техничность появилась все-таки больше. То есть не лезу я теперь так прям вперед. И реально любого количества здоровья, если за ним более-менее следить, хватать начинает. Только если ты не лезешь вперед. Прямо жестко не лезешь вперед. Потом пытаться накидывать. Никого не вижу, кто стреляет. Так, здрасте. Кто там стреляет-то? Здорово. Еще и сзади кто-то. Чё? А, у меня была цель. Упс. Я и забыл, что... Что такое бывает? Я забыл, что я на захвате. Настолько кайфанул от миссии, что забыл, что я на захвате. Замечательно. И поэтому просрал просто на хранище ресов и прочей фигни. Замечательно, просто замечательно. И эту миссию захвата мне, конечно же, закрыли. Или я теперь ее провалил? Зачистка. Захват остался. Ага, все, отлично. Ладненько, тогда на этом мы сегодня закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, ставь лайк, будет спорить в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал, следите за продолжением. Пока-пока.